Все, я вышел. I'll eat the face. Ты заебал. Так, господа, у меня к вам есть вопрос. Кому нужен фиолетовый щит? Мне? Почти с моментальной перезарядкой. Давай. Мне не надо. Спасибо. А почему ты его отдаешь? Потому что я пользуюсь предыдущим щитом. Все, поехали. Так, мы едем до Милосердия, да? Это вы поменяли класс, все отлично. Так, я правильно понимаю, что на левую кнопку один пулемет, на вторую, на правую кнопку мыши другой пулемет? Если за ним можно совместить. На третью кнопку мыши пятый пулемет. Воу. Вон, восклицательный знак, это значит задание. Я уже еду. Погнали на него, правда? Неожиданно. На самом деле, восклицательный знак значит что-то другое. Значит, эй, песосы. Работа нужна? Нужна! Вот это да. Слышал? Ну, хуячите. Погнали. Что вы делаете? В смысле, куда? Мы здесь, куда, но... ну, здесь все надо. А, вот паровой насос, он нажимается, он не раки работает. Раки летят! Найди 10 деталей. Раки летят! Так, ну что, поехали за деталями? Вот теперь поехали. В смысле? А мы детали не будем собирать? Так мы и едем за ними. Так они тут, блин, ну, это ближайшее, на расстоянии вытянутой руки. Давай на дальний съездим. Borderlands были вышки еще до того, как они стали мейнстримом. Но... по крайней мере, на них не надо лазить. Тонкая шутка. Вообще-то как раз надо. Давай. Да, я вижу, на этот насос действительно надо лазить. А зачем? А, скаги что-то сломали, их надо убить. Вон он бежит. Я выбил, гатор. Где? Вот здесь где-то валяется. А, уже взяли? Нет. А насосом стрелять надо? Все, взяли, поехали отсюда. Надеюсь, туда внутрь не надо? Не надо. Классный перевод. У тебя есть эта штука. Хуя себе они тут налепили. Борода, я скажу тебе да. О нет, я только что облажался. Я просто, не умерев, слил в склонархию. Круто. Все, нашли. Валим. Эй, нормально, парень! Просто нажимай кнопку и все заработает само. Так хочешь сказать? Скутер, ты разбираешься в компьютерах? Я разбираюсь в компьютерах. Работает. Все работает. Yeah, baby! Набирай квест. Hey,
Полная жопа заданий, слышал? Задание на почту. Погоди, сейчас я возьму почту. Куда почту возьму? Давай, почту. Давай. Нас полная жопа заданий, парень. Let's go. Так, повернись. Надо будет газануть. Готов? Давай. Покажи свой лучший спид. Не буду. Спит, и голова не болит. Спит, и аэро больше не пердит. Уии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 ii Ребята, почта приехала! А нет, не почтовый ящик. Куда-то надо сложить, короче. У нас осталось меньше минуты. Может, надо этих почтальонов убить без башенок? Блять. Как я ненавижу миссию. Хули ты такой жирный нахуй? Не, в почтовый ящик, все правильно. Накладывай. Бесплатный иридиум. Жопу на них, накладывай этот. Время-то обновляется. Отлично. Раки летят. Летающие раки, мать твою. Вот! Что я люблю видеть? Его уволены, блядь! Вот это по мне, к сожалению, вы уволены, блядь! You cannot pass! Нельзя уволить того, кто на тебя не работал, блядь! Погнали отсюда! Ты застрял. Ствол поменяю. Откуда у меня столько стволов резко? А, выполнение задания, да. Айра, тебя, по-моему, пидорасит. Да, тут все сложно. Стреляй по ним пока что. Может, сейчас мы взорвемся. Это не 500 хп, вряд ли мы взорвемся. Ну, подтолкни машину. Выйди, граната поможет. Точно. А, не, удар с руки. О. Шикарно. Погнали. Теперь ты катай меня. Да, значит, я передумал вылазить. Не. Че, взял? Садись. Так, ну что, пойдем это оружие Роланда сделаем, да? Да. Не, какое? У нас еще нет квестов, что ли? Таинственные болезни. Ну, я про это поговорил. Да какой Роланд? Таинственные я болезни. Я просто перепутал. Ты глупый. Нет, я умный. Расшатка. Блять. О, эта игра меня нервы, блядь, проверяет получше, чем любой психиатр. Мне надо на минуту отойти. Отходи, мы все равно не сделали. Спасибо, братан. Давай, минут стрима, пока мы всех убьем. Гори, бой, гори. А, это первый раз, что мы встречаем энергетическое оружие. Да. Лови, парень! Ай! Неплохо мне не подняться! Кажется, мы затупили.
совсем плохо. А! Кажется, я умер! Печень отвалилась! Гатер, ты виноват! Тупой качок! Садись! Я 20 метров пробегу так. Чем пробегать, когда можно проехать? Зачем пробегать, когда можно проехать? Медуза стоит тут. Что-то курит. Медуза сейчас курит. Ну-ка, где эта тварь? Давай ему отомстим, вон он. Я пистанкс ему накидаю, пожалуйста. Осторожней! Плохая жопа! Давай бучить зрителей этим нашими плохими переводами. Витька, когда-нибудь на мой канал придет известность, и люди будут смотреть это дерьмо. Хорошая новость. Давай объясни, почему нам врач объясняет, как работает оружие? Он не совсем врач. Вообще медузу изнасилует, пока он стоит и курит. Он доктор точных наук, я вспомнил. Может, ты не будешь уничтожать гранаты ограниченное количество? Да. Они бесконечны. Ну, я откуда знал? Откуда мне это было знать? Я не читаю то, что пишут. У меня вообще патроны сейчас кончатся. Вот как раз вот эту миссию Медузе надо было выполнить. Дай. Зачем? Этот вроде мы... Он знал про пушки. Ему же мы можем рассказать, а пушку ему дадут в любом случае, нет? За выполнение задания в любом случае это оружие должно быть. Чё эти... А чё это? А чё конус горит, а твари не появляются? Я здесь. Короче, мы выполнили задание, в котором объясняется, что такое энергетическое оружие. Да, здесь есть энергетическое оружие, которое тебе тоже дали, и им можно... Оно, по заверениям местного доктора инженерных наук, оно превращает в пули в некое подобие не пуль, которое лучше, чем обычные пули. Это наука, детка? В общем, у тебя должна быть копия такого в инвентаре. Да. Есть. Это погнали. Все. Ну, она каким-то лазером стреляет, просто да. Все. Это не пули, это особый вид боеприпас. Это иридиевые пули. Да. Это жидкие иридиевые. Которые не висели в обучении, когда я стрелял с огненных пуль, да, они как пули так далее. Нет. Ты стреляешь иридиевыми пулями. Пули увеличивают урон. По противнику, когда попадает в него, правильно? Какие? Есть фиолетовые пули, короче, которые, когда в чувака попадают, по нему идет увеличенный урон по 100 пунктов. А, ну я вообще этого не слышал. Нет, это не это. Мне в жопу попали! Не убивай его, Гатор, дай его бить! Или подними меня! В смысле, Гатор? Поднимите меня кто-нибудь! Нет хелпа, спасибо, что всех убили. Пытался поднять, называется. Ну кто-нибудь, поднимите меня! Я умираю, зачем? Ты серьезно? Ты меня поднимал. Ты не мог об этом сказать? В смысле, он же кричал, поднимите меня, поднимите. Я его поднимал. Ой, блядь, дегенерат отряда, блядь. Ты поднимал.
не того. Я обожаю вас, парни. Можно я тоже люблю. Пропишу вам всем, блять, вне очереди. Ты такой главный прописыватель, поэтому. Да, я тебе сейчас. Скорость перезарядки влияет на скорость смены обоймы. То есть назад скорость дробовики не будет. Даже не знаю, это сложно. Если прокачать скорость перезарядки, затвор на дробовике будет быстрее переключаться. Или на снайперке, например, тогда. Я не понимаю, в чем смысл вопроса. Я не понимаю вопроса, вот вы честно. Ну, тоже. Выстрелил, щелкнул, выстрелил, щелкнул. А это скорострельность влияет. Да. Если в пределах одной обоймы. Если же ты меняешь обоймы, то люби бабушку. Вы заебали меня. Ну, и надо еще магазин. Убить 4 этих ублюдков, и это я оставлю на вас, потому что мне срочно, крайне срочно надо сходить в туалет. Надевай подгузник или сральное ведро подставляй. Нет. Пидор. Ищи теперь еще этих четверых. Где я найду, блядь, этих четырех разбойников? Эй, разбойники! Казак пришел. Я казах! Старик. Охуели, да взрывайся уже, блядь. Медуза! Да. Ты там разбойников убиваешь? Нет, я ищу дорогу к тебе. Уже не надо. Да неужели? И какому? Блять! Заебись, сейчас сдохну. Я бегу, Айра, я бегу. Да. Сейчас ты. Где ты там? Я, успею, я уверен, да. Ты на другом конце карты, так что никакого толку в этом нету. А вот и я! Маленький, мать вашу. Так, чё у нас там с заданиями? Единственная болезнь. Где это? Надо выйти из территории, поехали. Петр, я вас срать пошел. Гадалки не ходи. Парни! Да. Я медвежонок Барни. Блять.
А как погнали. Я получу награду? А, это у доктора Зеда надо получить. Да, 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 погнали. Поехали. Так, доктор Зеда, блядь. Ну, Медуза тебе нужен для того, чтобы туда ехать? Нет, я смотрю карту. А где моя машина? Она взорвалась. Отлично. Мне типа пешком идти? А, нет-то, может бежать до первого этого или дождаться, пока я доеду, и я доеду очень скоро. Можешь дойти до вызова, либо подождать, пока я доеду, я уже доехал. Петр? А, извиняюсь. Медуза? Да? Выйди из меню. Одну секунду. Тише. Пиу-пиу-пиу! В общем, это теридиевый автомат на самом деле говно. Да. Что поделать? Куда деваться? Я бы очень хотел, чтобы мы вернулись в начальную локацию и посмотрели, появились ли там квесты. Давай. Там вообще-то появились. А, ту локацию. А, фулка. Здесь за ним. Можем это сделать, да. Давай скутеру за ним квест. Скутер. А, можно квест взять. Я думаю, что они с доктором Зедом на одной этой. Улице? Да. Так они все на одной улице. Ты еще знаешь задание? Я до сундука прогуляюсь. Ну, он дал пистолет. Огненный и ледевый. Looks like if you shoot them a lot, they die. So, did I mention I don't have a medical license? Пусть, сука, будет южный шельф. Заданий не при... А, нет, у меня этот... Здесь можно найти работенку. Нет, не появилось. Ну, на карте оно отображается, а здесь нет. Ладно, будем считать, что здесь заданий нет. Валим отсюда. Обратно. А, не, вот уже можно. Уже можно. Так, ну-ка. Вышли все. Теперь я буду сидеть в меню. Вышли все из меню. Вышли? Ну, вышли. Смотри, смотри. Я в любой момент этот навык могу снять, если вы начнете хуйной страдать. Снимай прямо сейчас. За него шепот дадут. Ладно, все, хорош, хуёбнич. Так, что нам надо сделать, а? Найти поджигателя Клейтона. Пойдемте. Так, это ущелье отмороженных. А я посмотрю, какие у нас тут задания. Жжение. Найти записи поджигателя. Слава ожог. Убить ожога, не причиняя вреда его слугам. Чего, блять? Ну, увидишь кого-нибудь с ником ожог. Лук его бить не надо, а ожога надо. Понятно, вот он. I am Incinerator Clayton. I witnessed you enter the lair of the Firehawk and return unharmed. If you truly wish to serve our mother, you must pass a test. Use a fire. Иди-ка ты к такой-то матери. And collect their ashes and return them to me. Burning people alive is mildly shady, but these cultists sound like they want it, which is weird. Do what he asks, I guess. Охуенный совет. А, делай как просит. Не так. Надо мне ко мне лишних вопросов, у меня зажигательная базука. Да-да, где ж ты ее взял, интересно? В своем анусе. В своем, посмотри. У меня ничего зажигательного, поэтому все работа на вас. Потому что я уже забрал из твоего ануса. Че, мы их убираемся? Вся работа на вас. Зажигаем. Из-за чего? Че, жгите, жгите их, давайте. Не трогаем Голиафа, не трогаем Голиафа.
Как там с огненным? Медуза! Да? Огненное оружие возьми! О. Отлично. Еще два давайте. Да не убивай других, дайте этому. Нам два пепла еще нужно, алло. Ну, парень нафармится, а там мы уже... Господи, Лилит, отъебись, мы знаем. Она видит, что мы дамажим их не обязательно. А видишь, что мы идиоты, да? Какая она заебись. Да, она каждый раз будет говорить это. Да ладно, с удара бахнул. Охуеть, он жесткий стал. Да, как я поджёгся-то? Сейчас, сейчас сдохну. Алло, мне нужна помощь, я упал, здесь никого. Я сейчас этого завалю. Понятно. Блин, этого мы не доапали до конца. Понял. Так вон сколько врагов еще. Иди его к врагам, какие проблемы-то. Пускай развлекается. Никак не пойму, кого он пидит. Он только что тут возле меня врагов делал. Вот, максимально без башен. Не мешайте ему, там дальше ему убивать. Медуза, отойди от него, убеги я просто от него. Я наоборот на врагу повожу, он на мне висел. Что значит не мешает? Его надо подальше отойти, чтобы он за нами не бегал. Он разберется с этими двумя сам без нашего участия. Да, просто отойти надо. Все, вон он там, в разнос пошел. И он всех убил, больше никого нет. Убиваем его. Окей. Нихуя себе, он вламывает с руки. Ой, синяя пухлка какая-то там была. Сейчас вытащу, может быть. ПП-ха. Чё-то с него выпадает оружие лучше, чем этот, как его, в коробке этот, попадает. Ну, так или иначе, мы его убиваем и получаем экспы на два уровня. Ну, хотя я, конечно, утрирую. Но получаем мы хорошо экспы. Ладно, нормально, пойдем этот, сдаваться. Давай. Ого. These children now know an ecstasy I unfortunate news taught. There are idolaters among us. Победить ожога, вот. Надо убить ожога, не повреждая его слух. Я тебя понял, побежали. Мы сможем это сделать? Мы можем попытаться. Destroy this pretender and all those who follow him. Нужно очень точное оружие, которое... Могу дать снайперку синюю. Снайперками, да, то есть нужно. У меня есть лишняя синяя снайперка. У меня есть точное оружие, дай минуту, если у него нету. У меня есть ППЗ, которая без модификатора. А не модификатор, но точное оружие, которое бьет выстрелами. По много. Ну, я буду делать много выстрелов, только нет. А, это будет этот, паук. Наверное. Короче, я так понял, у всех все есть, погнали. Вон. Все, безудержное веселье началось. А, я тут один. Я думаю, чё? А я тут один.
Куда мы хвост отбивали? Не убивайте мелких тварей. Все, я сейчас сдохну. Кто-нибудь убейте ожогу, чтоб я мог уже этот подняться. Давайте в задницу стрелять ему. Отлично. Убивай мелких. Да, уже. Туда не ушел. Да, я нормально. Ты как раз нормальный человек. Все мы получаем некое наслаждение, видя, как здоровый таракан взрывается на мелкие кусочки. Ну, не уверен. Ой, да прекрати. Как человек, работающий на складе, я понимаю, что кому-то придется это мыть. Но это же приходится мыть не тебе. Давай так, да, мыть надо будет не тебе. Успокойся. В данном случае, да. Все, сдаем его. Лже-боги! Боги, лже-боги! Блять. Так, нам больше ничего не надо тут делать, сверхъестественно. Надо открыть сортир. Взять спичку. Я его взял. Да. Смотрю, прям безудержное веселье. А, вот это в самое начало, это, там, где корабль этого, дебила. Да ладно. Телепорт активируй. Давай. Так ты его сам можешь активировать, давай. Давай ты. Давай ты нахуй сходи. Да, и ты зашел в этот, блядь, магазин, серьезно? Я... Мне это награда за кофе дают. Все вышли из меню. Нахуй сейчас. Пошел от меня, гад. Типись ты. Кусок человека, блядь. Все, я вышел. Ты заебал. Да выйди ты из клиники, ты серьезно, что ли? Блять! Медуза! А, да. А, что? Блять, ты серьезно? Так, я не буду нажимать, все, пизду вас, пизду вас. Не, все, сами нажимайте, давайте. Я заебался. Так, дегенераты, блять. Ты можешь дефарку, друзья? Переберешься. Ката, телепортируй нас. Идиоты, блядь. Сейчас патроны купить. Я думаю, зачем ты это делал? Это уже не смешно. Ready when you are. Блять! Идиот, сучий подвой, блять, что вас всех нахуй. Так, все, я больше, все, я серьезно, я больше не буду нажимать, все, заебали, сами нажимайте. Все, нет, все, я перегорел, все, я не буду нажимать. Я не буду нажимать, все, я не буду нажимать. Куда нажать? Куда ты отправлялся? Южный шельф? Наверное, не знаю. Ну, теперь гатор пускай нажимает. Пускай. Гатор, ты заебал. Ready when you are. Ты идиот, блядь, просто вот стадо баранов.